Всем привет-привет! Добро пожаловать в видео в уборке детской комнаты. Знаю, многим интересно такое смотреть, поэтому решила заснять вам процесс. Вот так выглядит сейчас детская. Кстати, никак нам не привезут ковер. Они уже задолбали, честно. Ну, блин. В общем, это вот на тему отдельного видео, наверное, так. В общем, вот так вот выглядит детская. Да. Вот это все сейчас я убираю, мою. Что мне надо распихать эти матрасы? Уже они мне надоели, но свекры все никак не забирают их. Куда-нибудь распихаю все мирные игрушки. Тоже мне нужно убрать. Ну, в принципе, и все. Окна, наверное, мыть не буду. Шторы чистые. Постельное белье надо вот заправить это все. Ну, в общем, вот на этом месте хочу разгрестись, потому что тут вообще ужас ужасный. Все набросали. Да, так что давайте начнем с вами уборочку. Заодно решила вам показать еще Мейрин шкаф, как в нем сейчас все выглядит. Шкаф, кстати, очень нас устраивает, нам его хватает. Здесь вот такие полочки, сейчас все не очень убрано, но так я распихала. Штаны, кофты, свитшоты, футболки, майки, тут еще штаны летние. Здесь пижамки и колготки различные. Нету, видите, у меня органайзеров, я взяла старые. Ну, не старые, просто коробки из-под детской обуви. Здесь отлично стал вот этот органайзер из IKEA для белья. Муж приделал здесь штангу. Все на вешалочках икеевских висит красиво. Здесь вот такой еще один икеевский такой же органайзер. Здесь у Миры свое царство. Здесь колечки, видите, я из губки сделала такое хранение колец. Даже свободные, видите, есть еще. Всякие ее там косметички, повязочки, обручи. Здесь теплые колготки, здесь вот даже пусто получается. И внизу здесь шапки и то, что мы не носим. Вот так вот. Сейчас вот это все буду разгребать. Тут, конечно, у меня завал полный. Я что-то рисовала, выбрасываю. Я не все поделки делаю, скажу честно, поэтому вот так вот будет, пока на пол кину. Вот такую ночью поделочку со школы приносила. Видно, нет. Тоже мой выброшу, потому что все-таки она уже не нужна. Календарь не нужно приклеить, он отклеился от стены. Это штучки для доски. Тоже пусть будут, наверное, здесь. Перчатки надо сложить в шкаф. Так, пазлы тоже пусть отсюда. Вообще у нас этот шкаф, это такая, тоже зачем здесь, горячая точка, если знаете, что это. Это когда вещи у вас скапливаются на этом месте. Это книжка, которую мы сейчас читаем. Перед сном она здесь нужна, буковки ее имя. Я уберу сейчас, протереть здесь надо. Это для красок, тоже надо убрать. Книжку эту тоже я убираю. В общем, короче, сейчас я все отсюда уберу. Про трупы. И сложу только то, что здесь должно стоять. Пыль буду протирать вот таким вот средством с силиконами. Пылеотталкивающее средство. Если честно, я вам не могу сказать, вот, действует оно на самом деле или нет. То есть эффективно оно, меньше ли пыль собирается или нет, я без понятия на самом деле. Но пользуюсь. В принципе, как и все турчанки. Сейчас еще буду здесь выключатель. Вам может быть не видно. Протру выключатель. Мы все никак его не поменяем с Доместосом. Потому что выключатели и дверные ручки это самые грязные места в доме. Так. Thank you.
Здесь у меня еще, видите, стоит эти два матраса. Короче, мне надо куда-то их распихать. Еще валяется эта штора, которую мне нужно сложить. Сейчас будет в этот шкаф. Что я сейчас и сделаю. Шторы я сняла, потому что мы купили другие шторы. Видите, еще часть мирных игрушек лежит, не знаю, вам видно или нет. Да, внизу вот эти вот два ящика, это мирные, не совсем игрушки, там для творчества больше все, игры настольные. А вот, а вот эти полки там полотенца и вещи, которые не сезонные. Здесь у нас верхняя одежда, ну, в принципе, все. И, наверное, сейчас еще помою вот эти вот все дверцы. Хорошо, что я решила протереть эти двери. Посмотрите, какая грязь. Тряпка была чистая полностью. Если кто не знает, мы только недавно переехали, я еще эти двери не мыла. В общем, я еще решила и стену помыть, которая возле мирной кровати, потому что я ее протирала, но мне кажется, что, наверное, не очень тщательно. Так что давайте еще и стену помоем. Стена, кстати, оказалась чистая, то есть тряпка была чистая. Постель я уже не буду застилать, у нас есть покрывало. Не буду застилать, потому что скоро уже спать будем ложиться, чтобы потом опять не расстилать. Так, мне осталось вот эти игрушки сложить, но они у нас, в принципе, спрятаны. И думаю, что полы я буду мыть завтра, но пылесосить, полы мыть. Сейчас еще хочу протереть там на шкафу. И думаю, что протру батарею. Кстати, видите, у меня сушится мирное платье. Наверное, уже высохло. Да, оно буквально моментально высохло. Только повесила. У нас просто жарят батареи по вечерам. Просто нереально жарко. Я в футболке, и мне жарко. Уже не знаю, что одевать. Ну, потом их на ночь отключают. Вот только вот вечером включают. И, наверное, окно помою. Ну, что же, гулять так гулять. Хотя оно... С этой стороны оно мытое, нормально. С той стороны тоже было мытое, просто уже дождь прошел, поэтому мне сейчас надо будет с той стороны тоже помыть окошко, чтобы уже все было чисто. Видите, какое окно здесь ужасно сделано. Все вот эти замазки, помазки видно. Вот это я пыталась сделать защиту для того, чтобы окно не открывалось, но бесполезно, оно слетает. Ну, в принципе, все в этом уголке я тоже завтра буду мыть. В общем, сейчас, да, все это сделаю. И все у нас распихано. Кстати, вот матрас один сюда поставила. Конечно, не очень прикольно, но я надеюсь, что скоро он от нас уедет. Я уже готова его выбросить, честно говоря. И вот второй здесь за дверью. И дверь еще, да, я хотела еще дверь помыть. Так что, да, еще мне нужно помыть двери. Так, продолжаем на следующее утро. Мне сейчас надо попылесосить этот ковер, убрать его здесь, помыть полы. И нам пришел новый ковер. Угадайте, с каким персонажем. Я думаю, что мамы девочек 100% знают. Вот, здесь намою все и застелю новый коврик.